Камчатские автоинспекторы выходят на массовые проверки новогодних корпоративов. На улицах края дежурят дополнительные наряды ДПС. Особое внимание местам массового скопления людей и питейным заведениям, предупреждают в полиции. Цель автоинспекторов – ловить автомобилистов, пытающихся сесть пьяными за руль. Массовые проверки полиция проводит вместе с общественниками. Кроме того, в ГИБДД призывают автолюбителей быть очень внимательными к пешеходам, празднующим Новый год. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.